В моих руках нож Рикон Танта от знаменитой фирмы Golden Steel, значит холодная сталь. У меня был Рикон, но был с Asus 8, кажется, сталь. В данный момент я заполучил со стали VG1 Sanmei, так сказать, для простого обозрения. Нож обладает кабельными ножнами, не буду распаковывать. Ну, собственно, и сам знаменитый. Очень хороший тактический выездной походник. Японская сталь. Ламинированный пакет, сами видите, вот полосочка. Очень удобная, комфортная рукоять. Прямо липнет к руке при любом хвате практически. Вообще, у меня моя эпопея, можно сказать, нажимана, связана именно вот с началом. Это сталь, мой более-менее первый приличный нож был именно от этой фирмы. И она стала неизгладимым впечатлением. Хотя сейчас, наверное, у меня в быту и не осталось. Нет, есть ножичек Финбир. Ну, заточечка, видите, сами. Режет прямо прекрасно. Вот у Дорсмана лесник у меня оставил шрам на всю жизнь. Также вот проверял заточку, рубил волос. Как видите, вот очень хороший. Волос шинкуется на весь. Еще кромка практически